3 мая 1945 года. В течение 3 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по очищению от противника косы Фришнерунг и заняли 3 населенных пункта. Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли 9 крупных населенных пунктов. Всего в районе Берлина войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов взято в плен более 134 тысяч немецких солдат и офицеров. За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий.